Семья – хранитель традиций, золотая семья России, молодая семья, многодетная семья и сельская семья. За победу в таких номинациях боролись 10 супружеских пар Ненецкого округа в заочном региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Награждение призеров и победителей прошло в Нарьян-Маре в рамках окружного форума молодых семей. За победу боролись в 5 номинациях. В каждой были свои условия для участия. К примеру, золотой семьей России могла стать семья, члены которой прожили в браке не менее 50 лет, являясь примером приверженности семейным ценностям. Победу в этой номинации одержали супруги Михаил и Тамара Каневы из Хонгурея. На награждение смогла приехать только Тамара Гавриловна. Тамара Гавриловна не только любящая мать, замечательная жена. У нее 2 дочки и сын, внуки. Но она еще и замечательный руководитель и организатор. Она награждена медалью за доблестный труд. Она лучший киномеханик России. Она уже больше 10 лет руководит клубом общения пенсионеров Хонгурей, который называется «Родник». В номинации «Семья. Хранитель традиций» победу одержали Леонид и Галина Михеевы из Нарьян-Мара. Традиции, история и даже приверженность профессии действительно передаются в этой семье из поколения в поколение. У них есть родословная с 1678 года. За это можно поаплодировать. И 4 поколения пекарей. 2 родителя и 10 детей стали победителями в номинации «Многодетная семья». Вероника Ивановна и Федор Георгиевич воспитывают 7 мальчиков и 3 девочки. Одна из дочерей уже выпорхнула из семейного гнезда и живет в Санкт-Петербурге. К слову, чета Алеевых не только многодетные, но и приемные родители. Это никакой не подвиг, это просто жизнь. Просто живем и стараемся, не знаю, стараемся не унывать. У нас вообще такая семья. У детей очень хорошее чувство юмора, поэтому, наверное, оно помогает нам выжить и преодолеть всякие сложности. Ну, хотя особых сложностей я даже и не вижу. В номинации «Сельская семья» победила семья Власовых из Красного. Лучшей молодой семьей стали Владимир и Юлия Абрамовы. Напомню, все победители станут участниками 2-го заочного этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Для этого им необходимо будет подготовить и направить в электронном виде выступление перед экспертной комиссией с презентацией на тему «Моя семья, моя гордость». После торжественного награждения молодые семьи округа стали участниками ежегодного форума, где руководители профильных ведомств и учреждений региона могли ответить на волнующие молодых родителей вопросы. Кроме того, специалисты еще раз напомнили семьям о видах окружной социальной поддержки. Хотелось бы остановиться на вопросах летнего отдыха. Буквально в ближайшее время начинается прием заявлений на путевки мать и дитя, поэтому хотелось бы вас нацелить на то, чтобы не дотягивать до последнего. И если по категории вы подходите, подавать заявление сейчас. Что касается граждан, которые стояли у нас на очереди на получение путевок, в прошлом году они были все обеспечены, поэтому все, кто будет подавать, большая вероятность, что в этом году путевки будут получены. Напомню, форум молодых семей прошел в Нарьян-Маре уже в 3-й раз и по традиции стал хорошей площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области здравоохранения, социальной и жилищной политики. Ирина Цепитова, Антон Водряков, телеканал «Север».